57 текст. «Тот, кто, живя в материальном мире, свободен от мирских привязанностей, кто не слишком радуется, когда с ним случается что-то хорошее, и не злится, когда случается что-то дурное, обладает совершенным знанием». Вот тоже признак материального сознания, когда случается, вот, не знаю, он шел по дороге, и, знаете, сверху упал сундук с рупиями, да, по 2000 рупий, пачки, просто так. И он везде об этом говорит, он постоянно об этом говорит. И вот так он реагирует на какие-то хорошие вещи для его тела. Если он приходит в комнату, а его MacBook обезьяны вытащили в окно. Представляете? Вытащили компьютер. Да, они так вот протащили вот через эти дырки. И главное, и сами не могут с ним пользоваться. И он развален уже все, разрушено все. Человек сразу теряет сознание от боли. Итак, почему вот так реагирует обычный человек на приятные вещи, неприятные? Почему? Он привязан к ним. Если человек к этим вещам не привязан, а привязан к Кришне, он не слишком радуется, не слишком горюет, потому что у него другие интересы просто в жизни. Но если человек очень резко и сильно об этом переживает, это явный признак того, что человек к этому привязан, он живет этими вещами.